Италия окажет дополнительную поддержку Азербайджану в сфере разминирования. Об этом было заявлено в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Азербайджана и Италии. Министры подчеркнули, что отношения между двумя странами очень близкие и стратегические. Сегодня также состоялось первое заседание стратегического диалога Азербайджан-Италия. Это стало возможным после визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года, в ходе которой была подписана совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства. Именно этот документ предполагает проведение стратегического диалога между министерствами иностранных дел двух стран. По итогам заседания был подписан протокол. Помимо этого, журналистам сообщили, что в Италии планируется открытие Азербайджанского культурного центра. Отметим, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений. В этой связи нынешний визит Луиджи де Майо в Баку имеет большое значение. Италии необходимо диверсифицировать энергетические ресурсы. У нас есть планы по обеспечению энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан является одним из основных партнеров Италии. Страны сотрудничают на высоком уровне не только в энергетической, но и в других сферах. В 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг 10 миллиардов долларов. Между двумя странами существует высокий уровень сотрудничества в нефтегазовой сфере. Возможность поставлять азербайджанский газ в Италию появилась в результате ввода в эксплуатацию трансадриатического газопровода.